В здании Жамбылского областного центра крови с участием управления по чрезвычайным ситуациям города Тараза прошли сейсмические комплексные учения. С населением и работниками данного учреждения была проведена разъяснительная работа по правильному оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Подробнее смотрите в следующем сюжете. В соответствии с планом проведения учений и тренировок в регионе по гражданской защите на территории города, в здании Жамбылского областного центра крови прошли сейсмические учения. В мероприятии приняли участие сотрудники городского управления по чрезвычайным ситуациям, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, ДЧС Жамбылской области, а также Центра медицины катастроф. В ходе учения отработаны теоретические и практические навыки эвакуации из зоны бедствия. В соответствии с поручением управления здравоохранения региона, сегодня по сценарию в Жамбылском областном центре крови в результате землетрясения на территории области был зарегистрирован пожар в здании, в связи с чем была проведена практическая специальная учебная тренировка. Данное мероприятие должно проводиться один раз в квартал на каждом объекте в местах массового скопления людей. Оно было проведено областным центром крови совместно с пожарно-спасательной службой департамента по чрезвычайным ситуациям города Тараза. Целесообразно проводить практические занятия 3-4 раза в год в учреждениях здравоохранения. Специалисты городского управления по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что в ходе проведения учений в местах массового скопления уделяют особое внимание первым действиям людей. К слову, в учениях было задействовано 5 единиц техники и 15 человек. Данасамат Исламкудияров, Ернар Сатабалда, 77 News.